Приветик. Всем привет. Сейчас Максим тут свой металкор включит, ваш любимый. Давай рассказывай, я ж не знаю. Я не знаю, что за группа. Я знаю три песни. Я знаю, что они... У них был скандал с Down Dirty, а Down Dirty это типа русская группа. Где Шафаростов? Он там был раньше, да. Сейчас он... Короче, там все сложно. Шафар купил опять Down Dirty, он его продал, потом купил. Все очень сложно. Все, смотрим, поехали. Ты песню-то хоть назови группу. Villain of the Story. Story, don't go. Все, поехали. Let's go! We are rolling. Alright, first take. Что? А наушники не хочешь включить? Так. We are rolling. Alright, first take. Следующая песня «Карма» была-то получше. А я вообще первый раз слышу эту группу, поэтому мне вроде чуть... Погоди, там когда гитарист кричал, у тебя... Он тебе кричал в этом? Да. А значит, он только у тебя кричал. Потому что он мне только рот открывал. Нет, там было немного гроу, мне вот это понравилось. Мне понравился припев. И, наверное, больше ничего. Ну, мне только вот брейк понравился последний, и все.
Не, вот «Карма» предыдущая песня, это просто сок была. Ну вот я не знаю, как это звучит, поэтому... Там прям чистый металкор был, а тут такой ну, альтернативный такой немножко металл. Ну вот это мое первое впечатление, тоже как бы слишком легко, наверное. А вот гитарист, который вот экстримил, вот он офигенный. Он делает каверы. Подписывайся на него! С такой прической, да? Да, он офигенный каверы делает. А у меня, знаете, кого напомнил? Из Ханны Монтаны, у Ханны Монтаны был друг, я не помню, как его зовут, вот мне он его напомнил. Ханна Монтана — это сериал, который? Да. А, ну... я понял, про кого? Ну да, кстати, похоже. Вот. Я поставлю шестерочку. Ну, я на пятерочку поставлю. Но мне понравился только припев из всего этого, а больше я не знаю, что там еще. И все. И заниженная гитара. Вокал классный, гитара не сильно для меня заниженная. Мне кажется, хотелось бы еще пониже. По сравнению с Коэн. Хочется всегда ниже. Вот, и не знаю, даже какая-то группа... Ну, такая. Она известная вообще? Ну, она известная, да. Вот это я не знаю. Ты, наверное, из Америки какой-нибудь. Может, из Британии. Ну... я не знаю. Ну, в общем, ну, и такие типичные металкор. Ну, да. И все. В принципе, я не слушаю такое. Да, я тоже вот. Такое не слушаю. Ну, всем спасибо за просмотр. До скорых встреч в новом видео. Всем пока. Подписывайтесь на социальные сети, на... Все металкор. Патреон, Ютуб, Рутуб, Бусти и донаты. Ссылка на донаты есть внизу в описании. Всем пока. Корочкам привет.